Сегодня у нас канал КБ Плюс. Сегодня у нас канал КБ Плюс. В студии я. Вы поняли, кто. Ну и чё? У нас сегодня случайный прохожий. Как вас зовут? Меня зовут Георгий Абаев. Чё? Вы что, футболист? Я, да. У этого играю. У Алкашмазова играю. Нормальный такой тренер. И сам тип. Что вы делаете во Владивостоке? Рамаза ищу. Рамаза? Да. И как вы собираетесь его найти? Вон он идет, чего искать, ёбда, блядь. Рамаз, иди сюда, братишка. Мы вот тебя искали, я говорю, все, и давай, пацан, снимись. Вам, братишка. Ай, давайте, как нормально, вы? Все. Я специально для вас, так канал... Я хочу Георг Абаев, хочу с тобой познакомиться. Специально для вас, так канал КБ Плюс. Тихо. Говорят, что у вас этот есть. Песни, музыкальный талант, говорят, у вас есть. Нет. Вы рэп читаете. Это ну, правда? Могу. Спеть. А мы сейчас, пожалуйста, вот для нашего канала спеть какие-то рэп, по-братски. Со свой? Свои три куплета? Да, пожалуйста. Ну, мне если точно нужно. Давай. Ну, давайте я спою эту песню. Да. Ну, и потом оставлю свой телефон, может, кто-то позвонит. Ну, да. У вас что, так мало поклонников, что вам звонили? Ну, давайте спрашивайте. Давай, мы начинаем, аплодисменты. Ну это... Да все, почти, давай. Ну это сразу... Да, забавил! Читайте же, пожалуйста, Рамаз. А как вас отчество? Я Рамаз. Рамаз, братишка, это Рамаз. Давай, вот на камеру говори. Не, я не хочу на камеру говорить, я так буду говорить. Ну давай, говори, вот мне говори. Я твой фанат, давай, читай мне, рэп. Иди нахуй, бля. Да, бля, я не могу. 150 кадров, кстати, этого иди нахуй. Ну бля, у нас нахуй послал, что делать, ебаный назад. За нас хуй. Иди нахуй. Да, все нормально. Не, ну что, Серега, ну что, нормально, пацан, бля. Молодой горячий, он, блядь. Молодые песни.